холодные. Они не должны пахнуть. Вы хоть раз пчел нюхали, чтобы они не пахли? Не нюхала. Вот это пахнули. Я 20 лет, у меня отец держится. А ну-ка вытащи, чтобы посмотреть. Они всегда пахнут, у них специфический запах, когда они плесенью пахнут. Мёртвые пчелы, да? Да. И куда они? От чего? Ну вот, настой. Болезни суставов. Потом дальше, при болезни. А как болезнь суставов-то? Мертвая же она. Как, надо, чтобы ужалила? Нет. А, нет, тут настойка делается. На спирту. Спиртом заливают. Она делает настой. Ну, у нас был один такой. На корешок хрена, трехлитровый со спиртом. Нет. Ну, мы поняли вас. Мы вас на каждую село литр спирта. Когда зимние пчелы, они хуже по качеству. Из них вот эти, которые пить не делать, а которые снаружи-то мазать, уж знаете, люди некоторые... Чтобы выздороветь, чем только не мажут. И мочу прикладывают, и все. Так лучше уж пчел, чем мочу. Да, конечно. На кофемолке их измолоть, и вот эти все полезные вещества там будут. Настоящие. Лекаря свои, врач. Врач профессиональный, с красным дипломом закончила. Мертвым пчелами лечить будет. Вот так. Так, ну-ка быстренько, уже все, бориться начинаем. Вы опаздываете, давайте. Чем? А то прикол в том, что ваши сотрудники не вышли. Вот это прикол. Алло. Питальный. Викерия, быстро. Быстрее иди в церковь, некогда мне ждать-то. Ну... Перед молением тут выходит, они разыгрались и... О, красавица наша. Участковый звонит. Ну, смотри, что делает, как открывает ворота. Наоборот, не проткнули туда? Да. Совершенно. Должен быть. Ей покажем. Это как раз на них, они длинные. Ну, еще получилось? Это тебе вообще все. При болезнях сосудов.